Суд Ленинского района вынес приговор мужчине, который на пару часов поменял пол, чтобы отомстить сестре. Виновному назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. По версии следствия, осенью прошлого года к Андрею обратилась сестра с просьбой продать машину. Но он сам стал ездить на авто, да еще и в нетрезвом виде был оштрафован сотрудниками ГИБДД. После этого сестра забрала ключи, а брат затаил обиду. И в марте решил уничтожить иномарку. Насмотревшись детективов, Андрей купил красную куртку и парик блондинки, чтобы издалека быть похожим на сестру. В таком виде он доехал на такси до автозаправки, где купил бензин. У меня при себе емкость с зажигательной смесью, а также запал, изготовленный из подручных средств. После его поджога, непосредственно находясь по месту парковки автомобиля потерпевший, забросил зажигательную смесь в салон данного автомобиля, тем самым поджег его. После совершения преступления скрылся в результате умышленных действий подсудимого. Ущерб причинен на сумму более 600 тысяч рублей. Момент поджога зафиксировали камеры наблюдения. Вот Андрей в белом парике и красной куртке подходит к авто, после чего иномарка сестры загорается. После этого мужчина садится в такси и уезжает. Позже его задержали полицейские, и он во всем сознался. Что вас побудило на это преступление? Противоправное действие потерпевшего. А какие именно? Можете сказать? Нет. Ну, то есть можно сказать, что вы сделали это из личной неприязни? Нет. Андрей, нужно отказаться, чтобы снимали. А вы жалеете о том, что вы сделали? Конечно. И вот мужчину признали виновным по статье «Поджог». Вину он полностью признал. Ему назначено 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.